Кого-то еще привозили? Да, мама. Признавайтесь. Да, признаюсь. У меня собственный кабинет рабочий, в котором шикарный Wi-Fi. В прошлом году зима, которая была проведена здесь, она закончилась появлением вот такой книги. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал YouTube, на наш канал TV Instagram. Я очень надеюсь, что вы смотрите все наши видео, и мы продолжаем нашу рубрику «Встреча с дорогими особенными гостями», которые выбирают отели Акка более чем один год, то есть в течение нескольких лет. Представьтесь, пожалуйста, наш постоянный гость. Здравствуйте, меня зовут Фирсова Инесса, я бизнес-тренер, и я вместе со своей семьей выбираю Акку уже более 6 лет. Да, чаще всего вы приезжаете с супругом и с сынишкой. Да. Да, кого-то еще привозили? Да, мама. Признавайтесь. Да, признаюсь. Наша мама очень любит этот отель, и в прошлом году у нас был опыт, когда мы приехали с семьей, нас было 15 человек. Вау, 15. Мы отмечали мой день рождения в Акка. Это тот день, который запомнился всем моим родственникам. У нас есть к чему стремиться, да, мы стремимся к 10. Напоминаю, что у нас есть видео про награждение наших постоянных гостей, где вы можете посмотреть, как мы чествуем гостей, приезжающим уже в 10-й раз, и какие бонусы они получают. Отлично. Контрольный вопрос. За что вы выбираете отели Акка? Здесь много причин, чтобы выбрать отель Акка. И если говорить, например, про моего сына, про моего мужа, про мою маму, то, безусловно, природа, шикарная природа, сервис в Акка просто волшебный. Очень все удобно, комфортно, вкусно, море шикарное, эти горы, все прекрасно. А если говорить про меня, то я приезжаю работать. Да, не секрет, что каждую зиму это такой сезон, когда надо погрузиться во что-то, обучение, планирование новых программ тренинговых, в общем, работа. Но этот год был особенный. И это год, когда мне приходилось на удаленке проводить конференции, вебинары, и все это в Акотеле, без отрыва от отдыха и прогулок к морю. Как вы прокомментируете качество нашего Wi-Fi? Да, это был главный вопрос, когда мы подготавливались к поездке, я тоже переживала, и мы с Татьяной несколько раз обсуждали этот вопрос. Что имею на данный момент? У меня собственный кабинет рабочий, в котором шикарный Wi-Fi, в котором прекрасное освещение, где я могу действительно без проблем проводить онлайн-мероприятия разных форматов. Это прекрасно. Всем рекомендую, да, потому что это тот опыт, который позволяет мне удостовериться, что это лучшее место, где ты можешь совмещать и отдых, и работу. Да, то есть именно заряжаться, перезагружаться, искать какую-то мотивацию или вдохновение. Да, кстати, так, о вдохновении. Результат этого вдохновения. Да, да, можно похвастаться результатом этого вдохновения. Да, вот. В прошлом году зима, которая была проведена здесь, она закончилась появлением вот такой книги. «Тренинг с огоньком» — это книга, которая была написана в Акотеле в течение одного месяца. Да, пока мы здесь находились вечерами. Да, то есть мне и моим коллегам, те, кто работает в CRM или в Guest Relations, я тоже обращаюсь к своим коллегам в Анталии, вот можно почитать эту книгу, она нам тоже всем пригодится, «Тренинг с огоньком». Да, то есть дерзайте, пишите, приезжайте на отдых, и можете работать или обучаться на удаленке, да, прекрасно совместить это. Так, Инесса нам подпишет свою книжечку. И да, мы покажем, куда мы ее поставим и где вы можете взять ее почитать, если приедете в отель Акка Антидон. Я дополню, что Акка — это прекрасный выбор не только для отдыха, но и для работы. Это то уникальное место, где вы заряжаетесь, вдохновляетесь и создаете. Приезжайте в Акка. Да, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас выбираете и советуете своим друзьям. Мы надеемся на последующие наши встречи и надеемся, что мы встретимся на церемонии награждения постоянных гостей в 10-й раз. Стремимся. Самое главное, желаем вам, вашей семье, всем вашим близким крепкого здоровья. Если будет здоровье, то, в принципе, все остальное тоже будет.
Ну вот, мы только что пообщались с Инессой в кафе Прета, и мы перенеслись с вами в лобби, в главное здание. Здесь у нас есть reading room, то есть комната для чтения, или у нас в концепции написано red lunch, ну, красный зал. Посмотрим сейчас на нашу библиотеку, и вот здесь будет стоять наша книжечка, которую написала Инесса и нам подарила. Пойдемте. Это единственное место, куда нельзя заходить детям или с детьми. То есть это место для тех, кто хочет побыть в тишине, в релаксе, почитать или тоже, может быть, поработать. Какой принцип действия? Если вы приезжаете с книжками и вы не хотите их увозить, вы можете оставить книги в номере или принести прямо сюда, положить. Если вы оставили книги в номере, то наши сотрудники забирают их и приносят вот сюда, ставят такие печати «Антедон», то есть что это книга из библиотеки Антедона, и вы можете, в принципе, прийти, почитать, и потом поставить обратно. Ну что, мы сейчас ищем место. Так, ну вот, поставим сюда, вот здесь будет наша книжечка. Ждем всех вас в отелях АККО. Приезжайте отдыхать, учиться, работать, перезагружаться и получать для себя новые пути вдохновения. Желаем крепкого здоровья вам и ваших близких. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и напишите обязательно ваши комментарии под видео или вопросы. Мы ответим и все почитаем. Пока! Птички поют. Я плакала сегодня, все же уезжаю. Да. Ну, такие.